мало кто верил, что в условиях жесткой конкуренции средств массовой информации можно выжить в российском медийном пространстве. Тем не менее, канал не только выжил, но и уверенно развивается, приобретает международных партнеров. И сегодня одним из них является медиакорпорация Китая. У вас прекрасный телеграм-канал, на котором вы создаете такую очень интересную, на мой взгляд, и привлекательную программу «Китайская панорама». Я сам большой поклонник этой передачи. И я уверен, что в ближайшее время ваш телеканал будет сотрудничать не только с Китаем, но и с другими странами БРИКС.